Всем привет подписчикам моего канала. Сегодня вот такой вот мне как бы позвонил коллега, который занимался ремонтом телерадиоаппаратуры. И вот ее накопилось тут, говорит, в гараже много всякого. Уже там стоит несколько лет. Вот надо, говорит, добирайте так. Привез он мне там на ремонт ЖК телевизор, я ему починил, нет, он мне за счет ремонта вот это все добро. Так, давайте посмотрим, что тут было. Это вот он. Так. Есть приборы, милливольтметр, осциллограф, не знаю, рабочий, не рабочий, но буду проверять. Вот. Телевизор юность, говорит, когда-то работал он. Так, ну еще какой-то прибор такой уже, тут все высвело, ничего не видать. Все вот магнитофоны. Телевизоры сапфир, черно-белый, электроника, рации Лен Б. Это рации применялись в колхозах, совхозах. На скорых еще такие стояли. Самое распространенное. Тут у нас снизу это спутниковый приемник. Называется Искра. Это диапазон 4 ГГц. Можно было смотреть две программы по ему. Вот это. Тут никаких настроек, ничего не было, чтобы с программы на программу надо было просто повернуть тарелку спутника на спутник перейти. Тут фиксирована частота 3675 МГц. Тут такие вот головочки, как бы конвертеры. Вот здесь 4 ГГц и выход ПЧ-70 МГц. Ржавели, сколько они. Такая вот еще одна. Ну вот это, по-моему, вот эти вот с этой приемником работали. Искра тут. Можно один телеканал. В то время 80-е, там начало 90-х принимать. Либо первую эфиросийский канал, либо вторую программу. Я таким пользовался. В свое время, когда телевидение плохо шло, я вот с тарелки таким же принимал. И плюс там еще один канал радиовещания, выход по звуку. Тут еще, еще дальше у нас пойдет магнитофоны. Уже все пыльные, грязные такие. Соната. Две легенды. Ну и тонник или вильма. Вот это вот. Такая вот. Кому что интересно, пишите, комментируйте. Все, вот раз пройдемся, посмотрим. Милливольтметр, думаю, пойдет для настройки магнитофона, все прочие аппаратуры. Осциллограф также. Осциллограф, конечно, у меня есть поменьше габаритом, чем этот. Но тоже неплохой прибор. Ну и еще там плюс мешок под всяких от телевизоров, ну, я их не стал сюда заваживать там. Можно сказать, что там вот 3 УСТ телевизоров. Такой вот обзорчик. Ну, по этим приемникам я еще сделаю отдельный обзор, у меня там есть несколько еще. Красная есть, там еще какой-то есть из советских моей коллекции. Вот такой у меня был, я его просто разобрал в свое время. Так, по им обзор еще сделаю отдельно. И также я сделаю обзор по радиостанциям, по разным. Тоже у меня накопилось несколько советских радиостанций всяких разных, которые применялись в сельском хозяйстве.
как говорится, будет это техника связи сельского хозяйства. Пишите, комментируйте. Всем пока, до связи.